примите новые энергии, энергии обновления, и следуйте за ними. Я, Есим Афина Паллада, пришла к вам для передачи своего послания. Редко я прихожу, однако сегодня наступил мой черед для обращения к вам, тем, кто слышит меня и внимает моим словам. Многие сотни и даже тысячи лет назад, я была известна и почиталась на земле. Сейчас лишь немногие знают мое имя, И все же для многих мои слова будут значимы, Потому что время пришло. Время пришло для познания истины и ее преломление в вашем сознании приблизит человечество Земли к важному этапу, на пороге которого оно находится сейчас. Вам трудно себе представить ту возможность, которая открывается перед человечеством. Однако пройдет небольшой исторический промежуток времени, и все изменится, потому что изменится ваше сознание, возлюбленное. И оно меняется уже. Причина изменения вашего сознания ⁇ космические сроки которые подошли. И эти сроки готовят для вас переход на новый энергетический уровень. Подобно тому, как жители равнины, когда попадают в горы, чувствуют дискомфорт и недомогание, так же и вы сейчас чувствуете себя немного не в своей тарелке. Изменилось время и изменились вибрации планеты. Это похоже на то, как будто вы переместились в пространстве на другое место, более возвышенное, Хотя вокруг вас, как вам кажется, все та же реальность. Однако все изменяется и уже изменилось. Поэтому в вашем сознании сейчас происходят грандиозные изменения. Каждый следующий шаг дается с великим трудом потому что пространство изменилось. Когда вы подходите к дереву яблони и начинаете ее трясти, то с веток падают спелые яблоки и червивые яблоки и засохшие, так и не созревшие плоды. Так и сейчас – происходит с человечеством. Повысились вибрации, и это, подобно тряске, заставляет вас сходить с насиженных мест и перемещаться. Изменения приходят во все сферы жизни общества. Не потому, что кто-то дал команду, а потому что время пришло и по-другому не получится. Каждое изменение будет соответствовать замыслу Творца для следующего этапа эволюционного развития. И даже если вы будете сопротивляться всем вашим существом и отстаивать старые подходы, и старые стереотипы поведения, и старые привычки, все равно вы вынуждены будете отступить перед замыслом Творца. И вы видите вокруг себя именно этот процесс, когда вследствие повышения вибраций обострились все проблемы, Ваши внутренние и вслед за ними проблемы общества, в котором вы живете. И проблемы всего человеческого сообщества в целом. И это касается всех сфер жизни людей. Наступил новый этап. И чем скорее, Сознание общества сможет понять и приспособиться к новым условиям. Тем с меньшим количеством потерь, социальных взрывов и катаклизмов вам придется встретиться в ближайшее время. Ключом, который поможет вам действовать в новых условиях, будет понимание того, что наступающая эпоха будет связана с переходом на более божественные отношения между людьми. Вы ощутите необходимость возродить нравственность в обществе. Вы почувствуете прелесть отношений, основанных на дружбе, сотрудничестве, взаимопомощи, любви. Все то, что сейчас находится на обочине ваших интересов, вновь вернется в вашу жизнь. И это будут непоказные положительные качества, которые вы порой демонстрируете в общении между собой. Это будут истинные божественные качества прорастающие из ваших сердец и постепенно завоевывающие мир. Произойдет возврат человечества к неприходящим ценностям. Все старое, все, что разделяет, все, что основано на страхе и отделении от Бога, будет постепенно замещено новыми качествами, божественными качествами, вечными качествами. Люди устали от лицемерия и грубости. Наступающая эпоха возродит изящное искусство. Новое поколение устремится к проявлению образцов божественного мира на физическом плане. И как бы не сопротивлялось, старое его время истекло. Новое сознание, новые отношения, новый мир приходят. И сейчас идет самый трудный этап. Этап перехода к новому сознанию и новому мышлению. Поэтому ваше время является особым и интересным. Я обращаюсь к душам тех людей, которые помнят меня. Когда-то вы приходили в храмы посвященные мне. И я имела возможность общаться напрямую с вашими душами. Сейчас вы должны вспомнить ваше предназначение. Ваши сердца несут в себе ту истину, которая должна быть проявлена в физическом мире. Вы являетесь теми людьми, для которых настала пора действовать. Изменения вокруг вас послушно отобразят те изменения, которые придут из ваших сердец. Каждый человек является генератором энергии и только от вас самих зависит, какого рода энергии посылать в мир. Тогда, когда ваши вибрации созвучны происходящим изменениям, вы чувствуете энтузиазм, радость, любовь. Вы счастливы и целеустремлены. Тогда, когда ваши вибрации вступают в конфликт с новыми энергиями, вы чувствуете неудовлетворенность, страх, агрессию. Ключом к изменению вашего состояния будет ваше желание следовать замыслу Творца. Поверьте мне, не стоит вам сопротивляться. Примите новые энергии, энергии обновления и следуйте за ними. Вам нужно принять новое. Вам нужно следить за каждым движением вашей мысли и отсекать от себя все, что не ведет вас путем вашего восхождения к истине. Я Есим Афина Паллада была с вами этим днем.